проводим благотворительную акцию «Арбат без наркотиков». И именно поэтому мы пригласили следующую артистку в нашу программу. Автор-исполнитель Александра Радова. Под ваши аплодисменты. Добрый день. Я спою песню, которая стала гимном Международной ассоциации по борьбе с наркотиками и наркобизнесом. Я думаю, что, надеюсь, что всех присутствующих эта проблема не касается. И упаси Бог, чтобы она кого-нибудь коснулась. Итак, песня называется «Игла». Я устала так жить, не хочу умирать молодой, но пороки тугою петлёю мне шею сжимают. И, наверное, стать я уже не успею другой. И бессилие слезы мне белую кожу сжигают. Снова руки дрожат, там блаженство в игле. Снова сердцу неистово бьется и не крикнет мне «стой» ни один человек на земле. И нет в церкви такой, где б грехи замолив причаститься. А за серой стеной дождя голубое чистое небо. Что я буду скажу про себя? Так ли жизнь я прожить хотела? А за серой стеной дождя голубое чистое небо. Что я буду скажу про себя? Так ли жизнь я прожить хотела? Мама, будь мне судьей, ты осудишь, но ты пожалеешь. Ты всегда, ты во все времена будешь мне дорога. Ах, как жаль, что как все ты с годами все больше стареешь. Но заверь меня, мама, что ты не умрешь никогда. Тонкой страшной иглой жадно выпита юность. Ты прости меня, мама, прости непутевую дочь. Нет дороги назад, и на шее петля затянулась. Даже ты, моя мама, не можешь мне больше помочь. А за серой стеной дождя голубое чистое небо. Что я Богу скажу про себя? Так ли жизнь я прожить хотела? А за серой стеной дождя голубое чистое небо. Что я Богу скажу про себя? Так ли жизнь я прожить хотела? Я прожить хотела.
Спасибо. Я так чувствую, все души откликнулись, почти все.